Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В Чедане прошло открытие военно-патриотического клуба, который назвали в честь министра обороны России Сергея Шойгу. Клуб открыт при местной школе энтузиастами, которые своими силами отремонтировали заброшенное здание и приспособили его под клуб для подростков и молодежи. К открытию клуба имени Сергея Шойгу приурочили церемонию вступления 48 школьников в ряды юнармейцев. Дорогие наши дети, ветераны войны, это знаменательное событие для нас, действительно, это так. Потому что не только от того, что мы сегодня нечто открываем, а просто с душой, своими руками вы смогли сделать, казалось бы, заброшенное здание далеко не лучшего вида. Просто взяли своими руками и сделали. Премьер подарил клубу сертификат на приобретение борцовского ковра и другого спортивного инвентаря. Получается портрет министра обороны Российской Федерации. Также вручается сертификат на приобретение спортивного оборудования. Не менее важной частью поездки в Чедан стало посещение строительства пристройки к детскому саду. Проектом реконструкции предполагается возвести двухэтажную пристройку, которая позволит дополнительно принимать 78 детей. Здание практически готово. Остаются внутренние и наружные отделочные работы. Глава республики попросил подрядчиков достойно завершить объект в течение 2 месяцев, уделив особое внимание качеству. 12 февраля прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в правительстве Тувы. Обсуждались вопросы и план предстоящей работы против паводков. Как сообщает Тувинский гидрометцентр, снежный покров в целом по республике не превышает средних показателей по многолетним данным. Выше нормы запас снега отмечен только в Чедихольском районе. Председатели районов, руководители и министры ведомств республики предоставили отчеты по работе по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка. Информирование населения будет усилено для заблаговременного приведения в готовность силы техники, привлекаемых на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. В районах Тувы отмечаются минимальные резервы материально-технических ресурсов, в связи с чем будут пересмотрены нормативы и объемы материальных финансовых резервов. Руководителям органов необходимо провести выезды в районы для оказания содействия в подготовке к безаварийному пропуску половодья. Также на заседании комиссии рассматривался вопрос подготовки руководителей и специалистов в учебно-методическом центре по ГО и ЧС республики. В управлении по вопросам миграции МВД Тувы 14 и 17 февраля пройдут дни открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие смогут получить консультации от специалистов управления по вопросам в сфере миграции по оформлению заграничных паспортов как старого, так и нового образца. Также сотрудники подразделения окажут помощь в открытии личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг, расскажут, как подать заявление в электронном виде и проконсультируют по вопросам работы с порталом. Дни открытых дверей пройдут 14 февраля с 8:30 утра до 17:30. В этот день все желающие смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов старого образца со сроком действия 5 лет. 17 февраля с 8:30 утра до 17:00 желающие смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового образца со сроком действия 10 лет. Кроме того, 14 февраля будут проведены консультации для иностранных граждан, желающих приобрести гражданство Российской Федерации. С
1 января 2019 года в России установлен новый общефедеральный МРОТ – 11 280 рублей. Как он должен применяться в Туве? Разъяснение об этом представил Минтруд региона. Таким образом, в 2019 году МРОТ для трудоспособного населения составит 11 280 рублей. Важный для работодателей Тувы момент. Республика приравнена к районам Крайнего Севера, поэтому здесь действуют повышающие коэффициенты к МРОТ. С 1 января 2019 года они применяются в обязательном порядке. При этом работодатели должны помнить, что северные надбавки и районный коэффициент не должны включаться в сумму зарплаты, которая сравнивается с МРОТ. Эти надбавки начисляются сверх зарплаты, то есть не меньше регионального или отраслевого МРОТ должна быть зарплата без районного коэффициента и северной надбавки. С учетом районной и северной надбавки месячная заработная плата в республике при условии выполнения работникам установленной нормы должна составлять не менее 21 432 рублей. Если это требование нарушено, работник вправе привлечь работодателя к административной и уголовной ответственности. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 72 копейки, евро 74 рубля 15 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Сегодня все учащиеся 9 классов России сдали итоговое собеседование по русскому языку. Данное мероприятие проходит в целях проверки готовности к итоговому собеседованию учащихся 9 классов, проверки их качества знаний. Во время устного итогового собеседования по русскому языку оцениваются коммуникативные навыки 9-классников, выявляются их способности к ведению диалога на заданную тему, умение осуществлять монологические высказывания, пересказывать прочитанный текст. Во всех школах Российской Федерации сегодня впервые проводится эта экзаменационная процедура. Точнее, это не экзаменационная процедура, а это оценочная процедура, которая дает право допуска выпускнику 9 класса допуск к итоговой аттестации. Собеседование имеет две оценочных процедуры. Две оценки – это зачет и незачет. Сегодня в нашей республике проходит процедура итогового собеседования для всех выпускников 9 класса, а это более 5500 учащихся. Во всех образовательных организациях, во всех школах, где выпускают ребят этой ступени образования, работают сегодня такие пункты. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Школьникам было предложено выполнить 4 задания. Чтение вслух текста объемом 150-170 слов, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Для новой детской библиотеки в селе Тывыхаядзун Хемчикского района объявлен сбор книг. Так, детская библиотека имени Корнея Ивановича Чуковского присоединяется к общественной акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Международному дню книгодарения. К слову, он отмечается 14 февраля. Выразить свою любовь к чтению и помочь полюбить книги детям села Тывыхая могут все желающие. В этом селе открывается первая детская библиотека. Сейчас формируется книжный фонд. Каждый желающий может принести книгу в дар в Тувинскую республиканскую детскую библиотеку с 11 по 16 февраля. А 14 февраля масштабная акция по книгодарению пройдет на Кызыльском Арбате. Библиотекари будут ждать книгодарителей с 14 до 15 часов. Все собранные издания будут переданы в вышеуказанной библиотеке. Четырнадцатого февраля в Национальном театре Тувы пройдет премьера спектакля «Шурави». Война
война в Афганистане, боль утраты, страх и мужество солдат и тех, кто воевал за правое дело. Все это собрано в одном спектакле «Шурави». На сцене Национального театра Тувы проходят финальные репетиции. Каждый из актеров вживается в свою роль так, будто бы это история их жизни. Стопроцентная отдача спектаклю – это и есть дань уважения тем, кто так и не вернулся с войны, говорят сами актеры. Все передается через свой опыт. Данная роль мне, я, как бы скажем так, искал образ от себя, от своего опыта, от службы в армии, от тех обстоятельств, которые предполагаются в этом спектакле. И, наверное, всегда вот проживается через себя, через прошедший опыт. Очень много нового узнаешь все равно. Спектакль «Шурави» – это история ветеранов афганской войны. Текст для таких спектаклей не выдумывается, а составляется из фраз, сказанных во время общения и бесед с теми, про кого эти пьесы написаны, отмечает Альберт Хомушку. У всех ребят, которые служили в Афгане, у всех разные истории. У всех они воспринимают по-разному. И мы все приобщили одно. И там они могут узнать себя, каждому из этих ребят, солдат, которые они служили там. И что еще? Там достоверные все материалы, там не прикопаться. Там все документальные все мои материалы мы только приукрасили и все. Там никаких споров не должно быть, я так думаю. «Шурави» – так называли советских военнослужащих в Афганистане. Слово получило распространение сначала среди афганцев, впоследствии и среди ветеранов афганской войны. С 13 по 17 февраля в селе Кызыл-Мажалык Баранкемчикского района пройдет чемпионат республики по хоккею с мячом. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Тувы. По сообщению Минспорта Тувы, день начала спортивного мероприятия 13 февраля. Регистрация участников начнется с 10 часов этого же дня. К соревнованиям допускаются сборные команды муниципальных образований республики и Кызыла, и Акдавурака, а также все желающие команды. В соревнованиях могут принять участие спортсмены 2000 года рождения и старше. Всего в составе команд должно быть по 15 игроков и один тренер. Команды, занявшие призовые места, награждаются ценными призами от Миндортранса и будут удостоены званий «Лучший нападающий», «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший игрок чемпионата». Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 31-33 градуса со знаком минус. Днем минус 19, минус 21 градус. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.